Областное телевидение и Русфонд продолжают совместный благотворительный проект в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Сегодня расскажем историю Кристины Худорожковой из Первоуральска. У девочки врожденный порок развития спинного мозга. Ей требуется обследование и лечение. Помочь Кристине можно, отправив смс со словом «дети» на номер 5542. К Новому году маленькая Кристина готовится основательно. Вместе с мамой наряжает елку. Правда, до верхних веток девочка дотянуться не может. И дело не в росте. В свои 4 года Кристина не ходит, только ползает. Малышка родилась с пороком развития спинного мозга и двусторонним вывихом тазобедренных суставов. После рождения на следующий день была произведена операция по грыжесечению. А спинномозговая грыжа, это, ну, если кто не знает, это на позвоночнике такой мешок, получается, расщепление позвоночника. Вот, его рассекли. Ну и, соответственно, с этим сейчас вот у нас нет чувствительности нижних конечностей. Кристина не чувствует пальцы ног. Как бы, ну, все, что ниже колена, это все мы не чувствуем. В свои 4 года Кристина перенесла уже 9 операций, но нерешенных проблем осталось еще много. Из-за неправильной работы тазовых органов девочка до сих пор ходит в памперсах. Мама не отчаивается и направляет все свои силы на реабилитацию малышки. Ежедневно Кристина делает физические упражнения. Давай, ручки. Держи ручки, как птичка. Я же тебя держу. Мы держим, пытаемся держать балансировку, ровность. Заниматься физкультурой дома Кристина любит. Еще больше – плавать в бассейне и кататься на лошади. Правда, с посторонней помощью. Мама малышки верит, что через 3 года в школу девочка пойдет уже сама, причем уверенным шагом. Правда, для этого необходимо дорогостоящее лечение в одной из московских клиник. Ранее Кристине были сделаны операции, но должного лечения она не получала. Развилось хроническое воспаление почек, появились контрактуры коленных суставов. Для того, чтобы эти заболевания не мешали Кристине развиваться и социализироваться, необходимо в них разобраться и выработать единый план лечения. Это возможно сделать только в центре, специализирующемся на консультировании детей с отчетной патологией. Девочку будет наблюдать междисциплинарная команда специалистов, которая выработает план обследования и лечения. Надеюсь, нам удастся улучшить качество жизни Кристины. Цена операции около 700 тысяч рублей. У Аитовых такой суммы нет. Семья надеется на поддержку телезрителей. Помочь Кристине можно, отправив смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Чтобы поскорее выздороветь, Кристина написала письмо Деду Морозу. Кроме новой куклы, девочка просит новогоднего волшебника помочь ей научиться ходить. Анна Фоменко, Сергей Чайков, события ОТВ.